Добрый день, дорогие мои зрители и гости моего канала, ну и, конечно же, дорогие мои подписчики. Сегодня моим бройлерам 11-е сутки. Они заметно подросли. Все 28 штук живы-здоровы. Мы поменяли у них короб. Под ножки, под лапы сделали им сетку с поддоном, чтобы можно было поддон выдвигать и чистить. Пока сегодня им поставили только вот этот новый короб, пока они еще непривычные. У них в рационе добавилось питание. Я даю пре-старт корм постоянно им. Также кипяченая вода. Выпивают они сейчас больше литра за сутки. Даю им корм Богданович, который сразу идет с антибиотиками, со всякими пищевыми добавками. Варю им пшенную кашу, где-то грамм 100 в сутки вареную пшенку даю им. Даю им 2 яйца в сутки, 100 грамм рыбного фарша и 100 грамм я даю им творога. Ну и, конечно же, зеленый лук обязательно присутствует в их рационе. Чувствуют себя бройлеры хорошо. У них постоянно горит лампа. Шустренькие очень. Хотели их вынести на улицу. Но так как ночи еще холодные, пока еще мы поддержим их дома. Очень заметно подросли. За 10 дней они прям прибавили весе, как я уже говорила. К сожалению, у меня нету весов, чтобы их взвешивать. Но когда они станут чуть-чуть постарше, естественно, у меня есть специальные весы, которые идут уже от 500 грамм. Тогда я уже смогу их взвешивать. Вот такой вот обзор о цыплятах-бройлерах. Как я вам уже говорила, выращиваю я их без антибиотиков, без пропойки. Ничем абсолютно я их не пропаивала. И не давала никакие им антибиотики. Цыплята чувствуют себя прекрасно. Очень шумные, постоянно щебечут на своем цыплячьем языке. Сделали им кормушку. Вот такой вот обзор, друзья. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Теперь я буду снимать раз в неделю о цыплятах-бройлерах и буду рассказывать, как они подрастают. Всего вам доброго, друзья! Всем благополучия, здоровья и хорошего, отличного настроения! С вами был канал «Сад-огород с любовью». До свидания!